Сергей Лютин и Сергей Михалков «Не спать». И ненавижу слово «спать», и ежусь каждый раз, когда я слышу марш в кровать, уже 10-й час. Нет, я не спорю, не злюсь, я чай на кухню пью, и никуда не тороплюсь, когда напьюсь, тогда напьюсь. Напившись, я встаю и, засыпая на ходу, лицо и руки мыть иду. Но вот доносится опять настойчивый приказ. А ну, сейчас же марш в кровать, 11-й час. Нет, я не спорю, не сержусь, и не спеша на стул сажусь, и начинаю кое-как с одной ноги снимать башмак. Я ведь герой, борюсь со сном, чтобы время протянуть, мечтая только об одном — подольше не заснуть. Я раздеваюсь полчаса, и где-то в полусне я слышу чьи-то голоса, что спорят обо мне. Сквозь спор знакомых голосов неясно слышен бой часов. Папа маме говорит: «Смотри, смотри, он сидя спит». Ненавижу слово «спать», я ежусь каждый раз, когда я слышу марш в кровать, уже 10-й час. Как хорошо иметь права ложиться спать хоть в час, хоть в два, в четыре или в пять. А иногда, и в этом право нет вреда, всю ночь совсем не спать.